Андрюх, ну ты будешь фармить на линии? Может, нуль просто бери какой-то хз. Или за это, за дел на Будет нуль. точно плохо. А, это оффлейн? Да, это оффлейн. Я не вижу курицу, поэтому еще и фласочку беру. Ально. Сейчас антимагом делать За будем. дел на нуль, да, берешь? Затем С рано антимагом беру. что делать будем? Ты его будешь Да. убивать. Ну хуй знает. А, стоп, это Чирили, Эншент 5. А, ну может он только пати играет, тоже его знает. Он только пати, скорее всего, играет, Да, да? это точно он. Ну если он только пати играет, то он сейчас из дерьма, ребят. Игорем он тоже раньше киберспортсменом Так. был, а сейчас... А сейчас только пати играет, да? Сейчас только пати играет. Ничего не понимаю. У меня твич сошел с ума. Так, ладно, мне кому-то надо что-то дать, наверное, да? Да, кому что было дать? Бы норм. Бар нам У меня пару тангусов и бар можно. О, опсик, ага. Они, кстати, верят в себя. Ставят 1000. Вот, суки. Ебать, что это нахуй? А у меня нет 1000. Ставлю 500. Чё за дерьмо? Эти буржуи богатые, конечно. Косарики конечно, свои ставят. Миллиардеры. Я тоже, блядь, могу. Так там один, по-моему, богатый только, раз он косики раздал. Бля, может прям на линию просто им вард въебать, что думаешь, Андрю? Я могу зайти вот здесь и просто прям на линию им вард поставить, чтобы бить антимага. Приходи, если что, на линию, нам сейчас нужно забрать здесь штуку. Андрюх, ну я прям вот такой, короче, вард ставлю, смотри. Ты лучший, все в правильном. Бля, это реально веник мид, они что, больные? Какой-то Зали агент в чате обосышь. Сообщает, что провел расследование небольшое, это настоящий чириль, ребят. Так и я провел уже расследование до этого. Ну, скорее всего, здесь будет трипла сейчас, Андрей. Да нет, нет, акс цемка в харте дефолт. Там копатель сейчас будет. Вот, акс цем. Да, цем у нас. Давай душить его. У вас руну там украли, если что. Да-да-да. Руновые воры. Блин, акс цемка, это очень сильный лайн. Очень Но сильный. У меня есть хил. Потерпим. Но ведь цемку порезали. Да, нормально. Ну, слушай, порезали, но не так, чтобы знаешь. Я не думаю, что у них будет хорошая линия здесь. Это хорошо. Я думаю, а у них будет отвратительная линия. Для хил мы постоим. Короче, Андрюх, ключевое, нам надо задонатить первого нашего рейнджа. Так под новую надо как-то так стоять. Как это так? Чё, в смысле? И добить их рейнджа, обязательно. Заебись. Хорошо, хоть не ихнего. Начало что надо? Как говорится. Темка, кстати, непонятно чем занимается, но ее тут нет. Может быть вниз пошла. А нет, ух ты. Работаем. Давай, 3. Нет, ран. 3, 2, 1, гол. 3, 2, 2. Так что, все, ливать можно уже выстрелить не успел. Не, нормально. Нам главное второй раньше получить, чем. Я пойду отводить следующую. Облочено. Одна нас еще лайн пушит, идеально. Это у нас сейчас, я думаю, нормально все с этим будет. Мискликнул. Я, если чё, яд. Поспешил я что-то, ну, короче, если чё, грейва нет. Заблочено, блин. Могу курицу завязать? Ну, вообще не хотел бы. Скажи, когда понесешь. Вот-вот понесу. Если нужна синтря, одну можешь взять. Oh, yeah. Да, не, вроде норм. На боте руна, если кому-то интересно. Мало ли, всякое случается. Юзайте круг, кому надо. Можно по таврике. Давай вот сейчас. Ну, фласка еще есть, Андрей. Это наш мальчик. Чуть-чуть ему натяни, я заберу. Блин, угадать бы теперь, где они все трёт.
него, кстати, килку? Нет пока блинка. Да нет, я тангус. Он, по-моему, в рот ебал прыгать вообще куда-то. У него не было. И теперь мы еще отпушиваем. Ба, ну какие же мы жесткие, конечно. Игорь, а ты как там в миде, а? А? Четко, ебу. Отлично. Точно мы отпушиваем, Андрюх? Да, он смотри, что делает. Да ладно, насрать, честно. Но он очень сильно боится. Я их добил. I'm going. Питер. Ну ли он походу от него куда-то свалил, или он пулит что ли собирается? Курочку берите, кому надо. Опасно. У меня нет Грейва же, я же говорил. Да, да, у меня стик. А я не думал то, что он на третьем колбу слал. Взял Грейв на всякий пожарный. Ой, ебать, что нашел. Я куру юзу. Реген слева. Давай возьму. Вообще с кайфом прям возьму. Блин, нам бы тут, конечно, по стику бы взять. Я бы как-то пролезть к нему. По-моему, они меня в чем-то заподозрили. Like да, вроде нет. На-а. Мирюк, ну мы тут с тобой супер дохуя делов. Мейден за улетает. ТП, Сэм. Можем этого Сэм к нам летит, перейдет. Да. Меня ловит. Можем этого сразу побить по этому поводу немного хавай. Я не возможно. Друг, нормально? Да. Окей. Okay. Я бы этого добить. Yes. Добивай? Да, он пошутил. Ну, я был бы еблом, невозможно было бы убить. Ну блин, я не знаю, как играть эту игру, типа, с серьезным ебалом, я не понимаю. Я, наверное, этого отведу. Баунти тосики появились, так. Бунтосики всегда да, приятно. Да, как раз на базу, Андрей. Ты грусть серьезно въебал. Ну, Андрей, тут сильные противники, если что, можно и поднапрячься. Может быть, интересной игрой. Правда, я дазл против Акса. Очень интересно уже получается. Ребят, мне кажется, эти... Ребята очень давно играют в пати матчмейкинг. Если вы понимаете, о чем я. Я возвращаюсь, Андрей. Андрей, тебя нереально же убить? Не, нереально убить, ты сам знаешь. Андрюх, вина манти летит, Андрюх. Я сейчас курицу завязал с вардами, пошел. Я все нереально убить. Можем убить. Хочешь на Аксена пойдем? Да. Вот прям сейчас ухожу в спину. Второго уровня яд довольно больно бьет. Теперь меня реально убить. Так, да, они все сдохли по всей карте, Рафлан. Что-то да, все подсдохли бывает. Это, может на шайбе? А есть, блять, я умер. Хуёво сделал. Можно. Давай я сейчас зафармлю это, запушу его. Да, давай. Из этого только можно с уверенностью сказать, что они команда. Реально все перетянулись вниз. Вот это вот. Да, реально все сдохли все вместе. Андрюх, Феник перетянулся не потому, что там нужна помощь. Я тебе так скажу. Просто хороший Игорёк. Это наши Игорь в миде. Да, ебать. Золотой мид из МГ. Парень, ну он снял колечко без ботинка, если вам интересно. У него вот такие дела. Андрюх, ты шестой скоро? Понял, не скоро. Я курицу. Сейчас, секунду. Крипа убьет. Да, окей. Your top tower is burning. Yes. А, да, можно Акса попинать еще немного? На меня нападает. IC. Ну тебе невозможно убить, правда? Да. Можем под ревизом что-то придумать, Андрей. Я буду прыгать и посадить. Я придумываю, смотри. Ты просто хотел еще убить крипа, признай это. Нет, я в него кидал. Я в лес кидал. Меня невозможно убить. Андрюх, тебя нереально убить? Кого мы убиваем? Давай определимся. Того, кого реально убить. Не, надо отойти нам немножечко. Я пошел бежон ставить.
Вообще тебе надо шестой, тогда мы с тобой здесь это самое. Он готовился к моему подходу. Тариакс вот. Лазит. Тебя ведь невозможно убить, правда? Да. Че, я подхожу на Аксус. Я тут сейчас. Она заметит? Бан. И у меня тоже студия есть. Бан, ну какие же мы жесткие, невероятно просто. Так, шестой, еще грейв. Я отпуливаю, короче, этих крипов на сюда. Можно его трахнуть? Давай. Он вот сюда. Андрей, гоу, Андрей! Блять, не связал. Там еще люди летят. У тебя что, есть? Да. Короче, слушай. Готов давать косу в... Не готов, да? Я, возможно, вниз сейчас приду к вам тоже. Я дал тебе манго. Я лечу вниз. Акс прилетел вниз. Аккуратно. Акс прилетел еще, да. Давайте. Грамотный шейкл. Я тоже вниз лечу. Нам Андрюхи пизда. Там Андрюхи... И байбек не могу, обидно. О, и мы тоже команда. Погнали, ты поделай, погнали. Надеялся, верил. Бля, мне просто... А грамотный шейкл будет? Пока нет. Вообще нет? Так, этот... О, это парни вроде шон. Я с вами не пошел, короче. Блин, дальше. Я не хочу в мид идти, там Виномансер, он реально мерзкий. Андрей, ты и так... Надо служил. Гоуш шрайн нижний. Так я тебе уже намазал. Фаунтос. Но у меня маны не так много. Да, я могу на Виномансера в мид выйти, Игорь. Ну давай, он уйдет, наверное, наверное. Да, велика вероятность. Но он возвращается, Игорь, смотри. Ну-ка давай. Выходишь? Гол на него? Да. Скорее. Он за хастой пошел. Он бля, играет с тобой. Бля, там хаста, сука. Да. Но все равно можно, если ты грамотный шейкл дашь. Тут дело не в грамотном шейкеле. А в чем? На реке невозможно дать грамотный шейкл. Парни, делаю бесполезный инвиз. Найс. Сейчас все. Фарми, Игорь. Просто фарми. Сейчас я могу дать грамотный шейкл, слышишь? Не, Игорь, так. Ладно. Ну это чё это? Тебе просто стоять на линии, типа? А, вот, нормально. Понял. Неожиданно. Найс. Сработало. Бля, меня просто змеи задушили. Я курку вижу. Всё, теперь можно бабочку шрайн. Так а чё, можно мид подушить? Погнали. Парни, пойдемте сюда, или вы боитесь? Ну, уже всё. Я сейчас подойду, сейчас антимагу немножко еще помираю. По жизни. Обидка. Yes. Ебучие змеи. Я тебя маной намажу. Ты что, убьем в миде, Горян? У тебя вроде лагунка есть. Кого? Да они подойдут. Кого отбежит Потс, смотри. Потс? Ну, так еби его. Ты пачешь сорвенник в топ. Я бегу. Такой красивый, типа, на помощь тебе. Я умру сейчас, походу. Не говори так. А чего? Без обид. Ну ты не помогаешь, типа. Так а ты куда нападаешь-то? Далеко так. Я никому ничего не сделаем, да? Да не, я нормально нападал. Я думал, ты вот так вот прям придешь, типа. Через мид? Через сэмку? Вот меня дофармить, и потом... Ну да. Блин, надо мид идти все вместе, потому что там Димак... А что ты, напугал сэмку 5-го левел, будучи линой 1? Я через нее не пройду. Надеюсь, тебе надо убежать. Блин, там сейчас веник варды расставит. Если вы заканчиваете по миду хотите, я правильно понимаю? Заканчивать, но сломать мид можно. Мне Юльчик хотел бы взять. Рун справа. Че маг занимается, интересно? А будет что, Андрюх? Дашь ей? Понял. Почему я? Вообще надо бы, наверное, вышку сломать. Вообще надо просто ТВРа нам ломать ходить, да, у нас типа ни одной инициации нет. А ты? А я чё? Наша у меня даггера нету. Почему я? Так, стоп, хорошо. Будет даггер, будет инициация. Короче, инициации нет, нужно бесконечно качаться, получается. Связал парня, видали, блядь? Да, грамотно. Парня оценку может? Ну, надо готовиться на топ-то подавать, сейчас тут ну, вот могут напасть. Ну вот здесь вот и хер.
Сэмка и хер. Опа, ебать. Помада Сэмка без хер. Там Макс что, пёс? Без даггера. Чё, мы да, башню? Ну, может, Рофли купил даггера, я не знаю. Но хочу, нахуел? Бля, он такое делает, я не успею отменить. Похуел и улетает. Возможно, он блинк взял и летит сейчас к нам. Возможно. Кто знает. Это мерзкий антимаг там фарм. Да до него можно доебаться. У нас такие герои, они не приспособлены. Да почему? В смысле? Там ГНУ почти в соляного убил. А будет ко мне помощь? Они сейчас пойдутся. Да, бегу туда. О, у них тут вижен, ебать. Так, с ТП улетел. В порядке, нет? Нет. Прям да. Не шекал. Хорош. Я полечу тебя. Прям полечишь? Так nice. Вот. А куда цемочка идёт? Вон пейдер пойдёт. О! Как он, блядь, это узнал? Ты хитрец какой. Хитрец на цемке, конечно, играет репкий. А ещё полечишь? Да. У нас Андрюха подкачивается наверху. Я не падлу подключить. Можем, да, ты, кстати, имеешь шанс сдохнуть. Можем нижнюю вышку. Блин, манки какой-то. Акс блинком напоминаю. Мало. Ты карифул, я готов сдохнуть. Блин, я так связал, я бы успел бы все сделать. Ну, я думал, я их двоих свяжу, а в итоге он стрейфнулся. Не, может, рун забирался. Ну, говорю, шейклы моя не самая сильная сторона. Помогите эту вард сломать? Ох, ладно, я сам сломаю. Там руны появились. Блять. Надо вот это ломать, получается. Я умер наверху. Наверху 5 героев, ребят. О, там еще подкачиваются. Слушайте, ну, у нас такая получается тут. Тяжелый. Игорь, наверху 5 героев, можешь толкнуть вниз. Я пойду баунти соберу. Раз такие дела. У нас урны есть в команде? Нет. Не-а. Я сделаю. Короче, не знаю, мне кажется, мне тут надо качаться. Да мы гораздо сильнее сейчас, чем они, мы можем их просто... Вейл, Андрей! А, ну ладно. А нас кто-то фармит в стаке? Я. Yeah. Некров, по идее, фармит, Лина фармит. Ну я имею в виду Ancient, скорее антимаг зафармит, да, если я сделаю много. Да я могу пофармить. Гай, значит, за сколько в миде? Куда она бежит? Там еще Леонид. Хелтса. Иду. Был Леонид. На топке дома можно. Надо кому руна или? Не, не надо. В принципе, у меня так-то сейчас 4-й хил уже будет, мы можем реально поддавить. А погодите, с курочками надо Shadow Blade, так называемый. Там... Бля, вы чё рофлите? Вообще нам желательно. Там очень много всего. Я понял вас. Да, у меня хороший айтем, мне нужно житьё. Антимаг на боте. Ох, ебать. Надо убивать. Хорошая работа. О, веник ещё. Ярик, доедает его! Ярик, похилишь? Я сейчас умру просто от яда. Я вот справа. Блин, сейчас бы урна, если бы до меня долетела, сейчас бы мы еще бы полечили. А можем шрайн нижний, Вань, гол? Да, да. Я мог бы вас еще полечить так-то несколько раз. Но мы сейчас шрайн сожрем и придем. Я понял, ебать. У нас Андрюх там подпушивает, тоже нормально. Я дальше буду Т2 ломать. Я под Т3 да, стою, да, ломаю. Скорее всего. Рофлю. Скорее всего, сдохнешь, скорее. Блять, мисклик, не тот скилл. Короче, я не буду, наверное, молнии покупать, я сразу какой-то даггер возьму, наверное, даггер. Макс еще без БФ-ки, кстати. Yes. Ну, у него не очень хорошо, у нас на Андрюх нападает в топе. Бог в помощь. Да, Андрей, это реально бог в помощь. Так, мне надо купить БФ. Андрюх очень долго живет. Ну а как мы ему поможем? Я его предупреждал. Блять, тут Леон на меня напал. Да, у меня вообще инвиз был. Инвиз. Да, пофигу, может у них был. Но на самом деле нам... Ладно.
Качаться можно. Можно качаться, можно качаться, можно. Но... Блядь, если мы будем качаться, информация... нас потом уебёт антимаг. Информация от бывшего профессионального игрока. Нам... Ну, нам можно качаться, можно не качаться. Парни, у меня аутизм может быть очень крепкий в этой игре, если что. Понял. Ну я понял, Андрей, что можно качаться, если учитывать то, что мы с тобой хорошо линию стояли. Ну так от этого он и разогнался, то, что мы просто стоим пиздим триплу, как-то очень... Во-первых, вызывается много вопросов, почему она до сих пор продолжается, очень долго как снизу затаяли. Кто она? Да. Пойдем вверх тогда сломаем. Заберем Рошана и трахнем их, как он план. Да, давай. Сейчас я курицу сейчас с вардами понесу. Вардов много, можем на Рошана реально напасть. Давайте Т2 доломаем, там 260 хп у Т2 в мизе. Давайте доломаем. Да, конечно. Собраться над толпой. Ну, у нас сейчас на Андрюху нападут, и мы как раз сломаем мизе. Нет, там не будет никого. Они у вас скорее будут. Ну, короче, просто без драки попробуйте. Я не хочу к вам идти, мне впадло. Без грязи. Без драки у нас получилось. У нас медалька есть, Рошана-то? И вот так, то есть. А потом руны, а потом Рошан. А хилить будут на Рошане? Я хил. А мы не сразу... А чё, бах, куда-то вот сюда улетел. Бля. Антимага будет ещё-то? Вот это неждан. Вежности там нет, я, ну, блин, не очень хочу туда идти вообще. Да, без вижена не очень здесь удобно драться. Я, кажется, его поставил сейчас. Зюсика поднять. Куда? О, грамотный. Андрюх, Акса, Аксевич. Аксану. Жестко. Нихуя. Это волевой был. Да, трипл килл, 12 таков, ребят. Ебать, так ты. А что, может, по миду там крипы или что, или мы Т2? Да, Игорь, это я. Ебать. Ну вообще можно и по миду. Не, мы не сможем. Т2. Ну, Т2 время есть, на самом деле. Ну, вообще реально там Акс минуту не будет. Этого мало, у нас дэмэджа дерьма, мы не сможем. Да, дэмэджа у нас реально, смотри, как мы ковыряем. Не, ну мы можем зайти. Я поковыряю. Поковыряем. Я бы поломал чуть-чуть. Погнали, да, я тоже пойду. Я бунтовски соберу. Не, слышь, иди тоже ломай. Блять, антимакс, прикиньте? Тут антимах. Да, это жестко. Антимаг умер, кстати. Да ну нах. Давайте так до ковыряем тогда. Да-да-да-да, нам надо доедать. Связал двоих. Мне можно отступление трубить. Ту-ту-ту-ту-ту, так? Да. Там руна или что-то? Стек с курицей. Цепану тоже с базы. А мы баунтосов, кстати, собрали? Я снизу собрал. Да, наверху мы не собирали. А, нет, снизу не собрал, там антимаг взял. Я антимага вычел. Да, там Игорь засолил, ама. Сама. Игорь, это будешь делать какого? Кого? Я пока в раздумьях, что делать. Кого это делать? Силвер. Не, нахуй. Антимаг убивает тебя. Да пошел он нахуй. Я его с руки убил. Взял. Слушайте, мы можем шрайничи. Ничего. Нет, я Роша. Просто куплю доебался, мне похуй. Бегу, бегу. Мне реально будет похуй. ДД. ДД. Кто-то корочку будет сейчас юзать, я бы принес. Я буду юзать. Мы так приятно стоим на самом под что? Я взял бар. Под клэп? Приятно стоим. Под клэп, под акс. Вот это. Что, может, по миду? Хотя подождите, давайте это дождемся. Давай. Только мы можем начать осаду такую медленную. Ну, без. Не, без радика полное говно. Я топ отпушу и с радиком буду уже. Вообще, по-хорошему. По-хорошему, нужна помощь, чтобы меня Аегис не выбили. Но с другой стороны, все там засрать. Вряд ли есть герой, Андрей. Там, скорее всего, парочка максимум. Миномайсер, Вейл и Мидас.
Блин, что я сделал? Но он начал застраивать своим дерьмом. Это 7 змей. Базу. 7 змей. А, вот так вот тогда, чего уж тут. Прям мне тут парт сломали. Что это за майдик? Он психопат, он идет куда-то сюда. Поможете мне? Точно идет? Я бегу. Там Акс идет. Там еще Оксана идет. Давай, давай, давай всех. Погодь скоро. Можем побить их тут. У нас тревела есть на... А, это не тревела, окей. Ну, у нас на Андрея тревела есть. А куда майданка? А, ну, убежала. Так, может, он сюда въебал что-то? Не, не въебал. Я в центре ставлю. А в инвизе к вам побегу. По-моему, майданка что-то задумала. Короче, тут вижен у них стоит. О, поймал. Руфляй? Да. Надо поубивать эти варты. Нет, 7 змей, надо что-то... Блядь, тут Оксана меня взяла, на Игоря нападают. У них тут тоже в центре стоит. Короче, у них у каждой линии стоит в центре. Такая вот инфа. Короче, парни, уплагу. Они много скиллов потратили. Слышь, у нас Солярян умер. Так у них веник тоже мертвый. Да. Романа будет. Вот они ублюдки. Бейте, наверное, вдвоем, типа, КЗ, чтобы нам всем под аксы не встать. Ты можешь тоже присоединиться, Сансон. Ты ультани в него. Опа. Выбрал верочку. Волевой грейв такой. Ну, сам понимаешь, там темочки будет спить, она тут 10 секунд расставала его. Ебать, фандрубку ультанули на 100 маны. Умер, мы все тут умираем, походу, сейчас. Ну, Андрюха еще жив. А, мы сломали барак. Да. Только не крутись, нет, алло, алло, блядь. Только не крутись. Всё, велочь. Только не вертись. Бей всех, Андрюха. Блядь, почти всех. Вообще это игры виноват. Не-не-не. Ну, естественно. Как кто знал, что там в центре стоит? Ну, мы сломали штуку, поэтому все хорошо. А виноват, разумеется, Игорь. Он точно собрать, а уже собираются. Ну я два собрал. Дальше сори. Блин, у Игоря какой-то, знаете, у него появляется пассивный аутизм. Он вроде как обычно, Игорь как Игорь, но при этом делает хуйню. Так, а, блядь, кто знал, что они по каждой стороне поставили в центре? Я вот не знал. Ты знал? Вот ты не знал, но я не знал. Спортсмены. Это очевидно, Игорь. Нам нужно перед эти вот обжективы сломать, парня. Я сейчас, давайте смог нас нажму, может антимага трахнем. Давай, мы с тобой вдвоем. Он видно тоже в центре стоит и сзади же Акс кровлю. Он, возможно, сейчас пойдет на баунти руну смотреть. И бить антимага. Или нет. Вот сюда. Блять, балах в рот. Блять. Звук блинка меня напугал. Понимал, понимал. Продолжишь, Игорь? Да. Акс идет. Оксана в меня хочет! Он в другое место прыгнул. Он ебло. Оксана. Он убил еще иллюзию с ультимейт. Какой же он ебло. Так это мы можем все сломать. Да, минус 14 сторон. Только я не танк. Я ДД. Я танк. Вот идем. Получается, один грамотный смог и победа, да? Невероятно, не грамм. Да. А вы типа ставили какие-то эти медали или что? Не, они поставили да, медали. Так, кажется, враг сейчас будет нападать на нас, ребят. Holy shit. Хотел сказать, у нас столько хила, что тут посрать на это. Нам по барабану абсолютно, да. У нас два хиллера и пайп, типа. Хуя. Это антимах. Ты вон придумал, конечно. А! Ой. Нормально, Игорь, дебил. Че там, тычка на пол хп? Оксана! Оксана только за мной охотится. Шлюха.
На, нахуй. Оксана с винтом, будьте бдительны. Была. Сейчас будет какой-нибудь пес на меня прыгать и давать мне способности. Там псы-то все мертвые. Медленно мне. Тем медленно, Андрей. Кому сейчас легко-то? Грамм джигл. Грамм джигл. Опа. Ба! Бам. Не, ну это конечно. Бам! Они молодцы. Потери с их стороны есть. Все нормально. Размен произошел. А что если взять себе Magic Resistance? Ведь там такой задрот-то с форстатом. А я брал против Синкера, это нормальная практика. Это Андрей, скорее всего, да. Задрот с форстатом. Нет, это не я. Нет, там кто-то из врагов задрот с форстатом. Мне кажется, я Веника подозреваю в преступлении. Я куда он прыгнул? Вниз, что ли? Хаста? Эй, ну Хаста. Мне мана нужна была. А, ничего. Там трон уже все. А, ну, в смысле? А кого я убил? Леончика. А как я его убил? А вот тычкой, луком. Ты тычку дал обычно, бабочка прием. Да? Ты что, бухой, что? Я даже на него не смотрел, если честно. Блин, очень много защиты от магии у меня, мне это нравится. A good game. Я даже не смотрел, я искал антимаг, я в это время нажимал этот скан на лес. Слушай, парни, я наверное все, наверное.